Всем привет! С вами Ромашка на канале Ромашка Клоун. Обязательно подписывайтесь. Сегодня сделаем красивую розу из двух длинных воздушных шариков. Как сделать стебель цветка? Наполним зеленый шарик воздухом. Обязательно оставим длинный хвостик. Завяжем шарик. Ссылка на мастер-класс «Как завязать воздушный шарик без нитки» в описании. Как сделать чашелистики розы? Определим размер чашелистика и скрутим шарик. Теперь изогнем его, придержим и скрутим еще раз. Хвостик вытянем через образовавшееся отверстие на другую сторону, чтобы закрепить. Таким же образом делаем еще два чашелистика. Как сделать листья розы? Скрутим шарик. Затем определим размер листика и скрутим шарик еще раз. Изогнем образовавшийся сегмент, придержим его и перекрутим. Один лепесток готов. Таким же образом сделаем и второй лепесток. Стебель цветка из воздушного шарика готов. Как сделать бутон розы? Наполним красный шарик воздухом. Обязательно оставим длинный хвостик, завяжем шарик и разомнем его, чтобы равномерно распределить воздух внутри шарика. Как сделать внутренние лепестки цветка? Сделаем элемент бабл, скрутим шарик на 4 пальца. Затем сделаем 3 элемента пинч. Скрутим шарик. Придержим его одной рукой, а второй рукой оттянем его и перекрутим. Сделаем элемент пинч еще 2 раза. Ссылка на мастер-класс «Как сделать элемент пинч», а также ссылки на уроки для начинающих любителей твистинга в описании. Теперь сделаем второй элемент бабл на 4 пальца.
Совместим его с первым, перекрутим и хвостик вытянем на противоположную сторону, сквозь отверстие. Делаем третий элемент бабл и обвиваем его вокруг элементов пинч, чтобы закрепить. Сделаем четвертый бабл и закрепим его хвостиком шарика. Внутренние лепестки цветка из воздушных шариков готовы. Как сделать внешние лепестки розы? Сделаем небольшой жгутик. Для этого мы много раз скручиваем шарик. Затем прокладываем его между сегментами бабл. Шариком обовьем внутренние лепестки. Хвостики свяжем и поправим шарик. Бутон розы из длинного воздушного шарика готов. Как соединить бутон со стеблем? Обовьем хвостиком красного шарика чашелистики. Ну вот, дорогие друзья, красивая роза из длинных воздушных шариков готова. Легко и просто, сделай сам. С уважением, Ромашка-клоун. Обязательно подписывайтесь.